Тем временем, помимо новых проблем со снежными завалами, мэри не дают покоя и старые долги. Как стало известно, Первому Ярославскому в областном арбитражном суде рассматривается дело, в котором главные фигуранты – мэрия города и компания «Автотранс». Предприятие в прошлом сезоне выполняло работы по уборке городских территорий. Сейчас муниципальные власти должны подрядчику порядка 76 миллионов рублей за выполненные работы. Со слов истца, оплата должна была пройти еще до 1 июля, однако в мае контракт с генподрядчиком был расторгнут, а деньги не выплачены до сих пор. Как отмечает руководство «Автотранса», по результатам уборки в 2016 году мэрии Ярославля их работа была оценена на отметку «хорошо». Все меры были приняты по результатам вообще изначально соглашения, когда заключалось по расторжению договора. Там был вставлен пункт, предусмотренный оплату, что оплата должна была быть произведена до 1 июля текущего года. После этого в адрес мэрии нами направлялась претензия не по произведению оплаты согласно соглашению. Ну и, соответственно, был запущен механизм арбитражного судопроизводства. Впрочем, в самой мэрии в течение сегодня так и не нашли времени, чтобы прокомментировать данную тему.